расширение возможностей обычной зарядки, либо для ноутбука можно использовать вот такой вот хабчик. Естественно, зарядка должна быть обязательно Quick Charge, чтобы можно было хотя бы два устройства нормально зарядить. Вот. В принципе, очень даже ничего. 4 дополнительных порта из одного преобразователя. Места мало, но функционал очень даже хороший, особенно в поездках. Где-нибудь на море поехать, отдохнуть, либо там, где зарядка одна, нужно зарядить два или три устройства одновременно.